Всем привет! Это снова Серега Литовец. И вы на канале «Мошенники звонят по телефону». После просмотра видео не пожалейте, поставьте лайк или дизлайк. Также напишите комментарий, просто даже смайлик какой-нибудь. Это помогает продвижению нашего канала. А сегодня у нас Василий вместе с волкособиками будут мошонкам отгрызать ноги, руки, голову, может даже и гениталии. Приятного просмотра. Алло. А можно узнать телефон? Алло. Да, говорю, а можно Твардовского к телефону? Ага. А когда он подойдет? Подскажите. Через час. Через час? А почему так долго? Потому что он Твардовский. Потому что он Твардовский. Да ну нет, это не вопрос сам. Ага. Василий, так а что вы у Гука везете? Зачем он вам нужен? Зачем он вам нужен? Что-что? Зачем он вам нужен? Твардовский? Ага. Да интервью хотел взять? Угу, берите. Так а где Твардовский? Бери интервью. Бери интервью, говорю. Так я возьму у Твардовского. Соси давай, бери интервью. У кого? Соси сказал. А интервью у кого-то брать? Бери интервью. У кого? У меня. Так вы ведь вымышленный персонаж. Ага. Что вы угукаете? Говорят, да. Можно? Да. А когда он подойдет? Да. Что-что? Да. Что да? Слушаю. А это Твардовский? Да. Замечательно. А мне сказали, что вы подойдете только через час. Я раньше вернулся. Я понял. А чем были заняты все это время? Интервью давал. Интервью давали? Да. А какому изданию? Тебе. Так вы ведь со мной только познакомились. Угу. Ты кто? Я, Алексей, «Наша правда», газета. Ага. Туалетная бумага? Что туалетная бумага? Газета. Газета? Да. А газета тут при чем? Туалетная бумага. Что туалетная бумага? Газета. А газета тут при чем? Туалетная бумага. Что туалетная бумага? Вы можете нормально разговаривать? Газета. Вы о чем? Твардовский, это вы? Да. Что? Да. Да? Да. Александр Трифонович, верно? Ага. Или Василий Альбертович? Ага. Так кто вы из них? Твардовский. Василий. Твардовский? Да. А как вас да. зовут? Василий. Василий Твардовский? Да. Я думал вас... Я Василий Теркин. Так вы же сказали, что вы Твардовский. Ага. Подскажите, Александр или Василий, как вам лучше обращаться? Как хотите. Евгений? Ага. Кто? Евгений. Кто? Вы. Где? Вы. Где? Так вы же сказали, я могу обращаться к вам, как хочу. А при чем Евгений? А при чем здесь Федук? Кто? Что? Где? Что где? А что кто? Василий. Верно? Да. Да. Или, я думал, вы Александр. Кто? Хорошо, Василий, я так понял, Твардовского не будет, да? Интервью у вас можно брать. Да, я дам с удовольствием. Рот открывай шире. Вот. Да.
записывать, чтобы было на диктофон, чтобы я мог именно фильм выпустить с вами. Так. Василий, верно? Да. Прекрасно. Василий, тогда буквально несколько вопросов о вас и о вашей жизни. Подскажите, чем занимались последние годы своей жизни? Какое вам дело? Что-что? Уши чисти. Уши чистили? Вам, да. Я понял вас. Хорошо, так и запишем. Так, Василий, а что произошло? Вы лежали в психбольнице? Почему? Всем привет. Что-что? Серега Литовец, и вы на канале. Василий. И звонят по телефону. После просмотра видео не пожалейте, поставьте лайк или дизлайк. Также напишите комментарии. Просто даже смайлик. Радио? Вы что? Это помогает продвижению нашего канала. А сегодня у нас Василий вместе с волкособиками будут мошонкам отгрызать ноги, руки, голову, может даже и гениталии. Приятного просмотра. Василий. Это интервью. Я понял. Василий, а с кем вы там разговариваете сейчас? Алло. Василий, вы на... Я вас не слышу. Говорите. Радио. Алло, алло. Слышите меня? Сейчас слышу. Алло. Здравствуйте, Василий. Звоню по поводу вашего интереса к проекту «Газпром». Звоню помочь разобраться и открыть вам счет. Скажите, был ли у вас опыт ранее в инвестициях? Не был. Не был. Ну, вам это интересно, правильно понимаю? Правильно. Скажите, а вот вы сейчас первые инвестиции рассматриваете как основной доход или тоже дополнительный? Пассивный. Пассивный доход. А вы смотрите, понимаете, есть вот работа или, может быть... Интервью даю тебе, что еще? Так я вообще-то у Тодовского хотел взять интервью. Ну, бери у меня, вот, слушай дальше. Ты с чем-то? Работаю, работаю. Да, а что за работа? Не важно. Хорошо, я вас понял. Вы для себя пассивный доход заехал, да? Это отлично, это очень хорошо. Значит, у вас есть такая предпринимательская жилка. Это отлично, это вы молодец. Скажите, а много вам удается зарабатывать на вашей основной работе? Да. Класс. А Василия можно? Да. Хорошо, когда он подойдет к телефону? Я на базе. Что-что? На базе. Он где? На базе. Он на базе? На какой базе? На простой. Кого? Да-да. Василий? Да. Наконец-то я вот до вас дозвонился. Василий, вы такой занятой человек. Чем вы занимались все это время? Занят. Жарил? А что жарили? Занят. Жалите? Да. И как вкусное? Занят. Сзади? Занят. Занят? Василий? Да. Хорошо. А сейчас я с кем разговариваю? Да, да, да. С кем? Да, да, слушаю. Это Василий? Да. Василий, как у вас дела? Нормально. Нормально, чем занимаетесь? Работаю. Работаю. Работаете? А чем работаете, если не секрет? Спонсором. Спонсором? Да. А что спонсируете? Все. Все спонсируете? А куда больше всего денег уходит? Везде. Везде? Да. А что больше всего прибыли приносит? Все. Все приносит прибыль? Да. Не все приносит прибыль? Да. А что меньше всего приносит прибыль? Все. Все? Так вы зарабатываете или банкротитесь потихоньку? Я вас понять не могу. Да. Банкротитесь? Нет.
Зарабатываете? Да. А что вы делаете? Все. Все делаете? Да. А на гитаре играть умеете? Да. А на гармошке? Да. А на пианино? Да. А на тромбоне? Да. А какой ваш любимый инструмент? Все. Все? А на чем лучше всего получается играть? На всем. На всем? Интересно получается. А какой самый дорогой? Все, всякий. А какой самый последний купили? Все. То есть вы купили все за один раз? Да. Интересно получается. А как давно? Сегодня. Сегодня купили и научились играть на всем? Да. Интересно получается. Так вы что, Илон Маск? Да. Или Джефф Безос? Да. А кто вы? Да. Кто? Да-да. А кто вы, говорю? Он. Он? Да. Он это кто? Теркин. Теркин? Да. А Илон Маск куда делся? Ушел. Ушел? Да. А был рядом? Да. Так вы говорили, что вы это он? Да. А, так вы это он? Да. А куда он ушел тогда? Далеко. В себя. Далеко ушел? В себя. В себя ушел? Да. Интересно, а с кем я сейчас разговариваю? С ним. Кем с ним? А кому вы звоните? Ну, я звонил Илону Маску. Ну, перезвоните, будет позже. Че, через сколько он будет? Как из себя выйдет. А, я понял. А сейчас я с кем разговариваю? С ним. С Илоном Маском? Да. Так вы сказали, что он только сейчас подойдет. Он ушел в себя. Илон Маск ушел в себя, так я думал, что я с вами разговариваю. Нет, с ним. С ним разговариваю? Да. Я понял. Илон Маск, а какова волатильность ваших акций сейчас на московской бирже? Да. Хорошая. Что да? Хорошая волатильность? Да, да. А это как? Так. Они падают сейчас? Да. Так это ж неправда. Вы точно Илон Маск? Да.